Самовольно положенные, так называемые лежачие полицейские, в нашем городе появились сравнительно недавно. Чтобы его установить, нужны специальные материалы. Но, как оказалось, в нашем городе есть талантливые и умелые граждане, которые подобную конструкцию устанавливают собственноручно, там, где им удобно, и из того, что есть у них. Наши корреспонденты решили оценить находчивость мастеров. Как оказалось, в действительности такие самодельные лежачие полицейские в нашем городе есть. К тому же один из них был установлен на недавно отремонтированном отрезке дороги по улице Петровского. Ремонт дороги здесь производился буквально летом прошлого года. Сейчас на этом участке дороги машины вынуждены снижают скорость. Хотя, как положено, здесь нет специальных дорожных знаков. Мы попытались выяснить, что об этом знают жители данного района. Я об этом ничего не знаю. Осенью здесь производились работы по водоснабжению. Возможно, после них и осталась такая неровность. Ведь только недавно отремонтировали дорогу. Получается, что со слов местных жителей прямо на дороге такая огромная неровность образовалась непонятно каким образом. И то, что здесь о его существовании водители никак не предупреждают, может сказаться на их автомобиле. Ведь если днем еще можно как-то заметить и снизить скорость, то ночью просто караул, особенно для лихачей. Традиционная искусственная дорожная неровность изготавливается из черной резины, которая крепится к дороге специальными болтами. В основном они устанавливаются в местах большого скопления людей, на улицах и районах местного значения, в жилых кварталах. И что самое важное, должен стоять дорожный знак. Согласования не было с городским отделом управления административной полиции по установлению искусственной неровности. Если же будет выяснено, что данный лежачий полицейский установлен кустарным способом, то ответственный за это будет наказан, на него будет составлен административный материал и вынесено постановление в расчете с 7-месячными расчетными показателями, наложением штрафа. Так, по городу уже установлены 32 искусственные дорожные неровности. Они весьма надежно обеспечивают безопасность на дороге. Так, в этом году планируется установить еще 28 лежачих полицейских. Но только устанавливать их будут как положено, а не так, как удобно кому-то. Биби Гультаужанова, Даурен Дюсембиев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42.